Я продолжаю нашу программу. 26 мая в Министерстве внутренних дел Республики Коми состоялся республиканский конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный Республики Коми». Службу участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по городу Печоре представлял участковый уполномоченный пункта милиции поселка Каджиром Андрей Гринев. Отрадно отметить, что в борьбе на звание «Лучший по профессии» майор милиции Андрей Гринев занял почетное второе место. Об этом более подробно расскажет он сам. Значит, конкурс проходил 26 мая 2010 года в МВД Республики Коми. Значит, в конкурсе принимало участие 21 человек от отделов внутренних дел УВД со всей республики. Значит, конкурс проходил. Начало конкурса было с теоретической части, и заканчивали мы сдачей физических упражнений, значит, физических нормативов. Также в конкурс себя включал огневую часть, то есть теоретическую часть знания по огневой подготовке и стрельба из табельного оружия, пистолета Макарова. Значит, утром мы сдавали теоретическую часть знания нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность участковых уполномоченных милиции. Значит, я теоретическую часть сдал одним из первых. После сдачи теоретической части, значит, я сдал огневую подготовку, также теоретическую часть, вот, которая в тестовом варианте следовало. После этого, после сдачи всей теоретической части, мы поехали в тир, где сдавали стрельбу, второе упражнение, значит, на очки из пистолета Макарова. Вот. После сдачи нормативов по стрельбе у нас была небольшая пауза, значит, чтобы немножко отдохнуть, восстановиться. И далее в Кировском парке, город Сыктывкара, мы сдавали кросс 1 километр. После сдачи кросса проследовали в физкультурный зал, где сдавали подтягивания и боевые приемы борьбы. На этом конкурс лучшей участковой республики, в принципе, был закончен. Значит, 27 числа уже в здании Государственного совета республики нам объявили о том, кто какое место занял. Я занял второе место, награждал победителя конкурса глава республики. И в жюри, хочу сказать, входило представители Министерства внутренних дел, нашего управления участковых полномоченных милиции МВД. В целом, впечатления о конкурсе очень положительные. Такие конкурсы, конечно, нужны для поддержания даже своей профессиональной подготовки, для дальнейшей успешной работы на своем участке. Когда я приехал с конкурса, значит, ну, так, уже сразу поехал домой. В Каджиром, да. Ну, соответственно, еще Сыктывкара позвонил, обрадовал семью, значит, жену, родителей. Тоже они очень были рады, что занял достойное место при проведении конкурса. Значит, население в поселке, ну, вот, встречались так вот, просто на улице люди говорили: о, мы тебя вот только по телевизору видели, а ты тут уже приехал. Тоже так очень, ну, такие хорошие впечатления, хорошее высказывание. Кто-то говорил, что мы гордимся нашим участковым, что Каджиром прозвучал на региональном телевидении. Вот, глава администрации тоже поздравляла, очень тепло встретила эту весть. Ну, в целом, люди очень приняли так положительно эту весть, что участковый занял второе место. Наши участковые уже с ОВД по городу Печора ранее уже занимали призовые места. Я рад, что я продолжил такую хорошую традицию выступления на данных
конкурсе. За второе место, значит, я был награжден следующими призами. Это кубок, сертификат на получение 3 автоматизированных рабочих мест, ну, компьютеров, значит, и денежной премии, а также диплом о награждении. Вот, в принципе, и все призы. Я не ожидал, что займу второе место. По тому, как сдавал, значит, и теоретическую часть, и практическую часть, и стрельбу, значит, ожидал попадания, по крайней мере, ну, в десятку, там, это точно. Вот. Приблизительно, опять же, для себя делал выводы, не там так вот рассчитывал. Ну, в целом, когда сказали, что второе место, да, я не ожидал, что займу второе место. Но мы готовились, чтобы, как говорится, наша ОВД, наша служба участковых уполномоченных заняла достойное место в проведении данного конкурса. Ну, если руководство службы сочтет нужным послать меня второй раз, конечно, буду готовиться. Уже для меня этот конкурс был первый. То есть я первый раз поехал на конкурс. Сейчас я уже знаю, значит, как готовиться, к чему, на что делать упор.